Это Олег. Он предприниматель. Его компания создает и продает офисную мебель. У него все по фэншую. Прямо как дома. Кроме ремонта. А это Дмитрий, или как его называют клиенты компании, Дима Машина. Кто-кто, он точно знает толк в ремонте. А вот с мебелью не повезло. Получается, Олег и Дмитрий просто созданы друг для друга. Но они об этом даже не догадываются. Стоп! А ведь все могло быть иначе. Давай поменяемся. Это онлайн-сервис, который позволяет предпринимателям обмениваться товарами и услугами по бартеру. После регистрации вы выбираете то, на что хотите обменять свой товар или услугу, и проводите сделку без третьих лиц. Давай поменяемся! Просто, быстро и выгодно. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.